Всем привет, вы на канале Свой Фэмили. Сегодня мы будем делать катание омлет. Вы Свой Фэмили, детский развлекательный канал. Да, всей семьи! У нас есть яйца, 5 штук, соль, сахар, молоко. И, конечно, ножик, линзер. Блендер, сынок. Блендер. Вилка и ложка. На всякий случай, да? Да. А да почему сегодня в садике? Холодно, что ли? Конечно, может машину не завестись. Да, минус 30, поэтому ты решил остаться дома и изготовить нам омлет. Да. Вперед! Ну-ка. Итак, что мы делаем сначала? Разбиваем яички, да? Так, все. Сынок! Давай, я тебе немножко помогу. Так. Подожди, тарелку дам. Подожди, держи. Смешно. Смешно. Достаточно один раз по нему стукнуть и вот так пальчиками разъединить. Видишь, тогда яичко не падает, скорлупа. Попробуешь сам? Да. Давай. Один раз. Ты, мам, будешь держать. И ты вынешь, хорошо? Давай вот так вместе. И раз, молодец. И два. О, слушай, у тебя здорово получается. Так. И два. Вместе. И раз. Два, два, два. Два, два, два. Так, сколько мы яиц разбили? Один, два, три, четыре. Так, пять, а нужно я оставлю. Пять, потому что... В нашей семье все очень любят омлет, да? Да. Так, и пятое яичко. Опа, видишь? Замечательно. Следующим этапом что мы делаем? Туда добавляем молоко. Подожди, подожди. А, наверное, нужно сначала размешать же? А, да. Там куда надо нажимать? Давай я тебе тоже немножко помогу. Берем, что это, как называется? Блет. Блендер. Для того, чтобы взбить яички. Мама, можно потом я все сам? Конечно, нажимай вот сюда. Так, достаточно? Да. Достаточно. Ты же повар у нас. Да. Так, дальше что мы добавляем? Молоко. Нет, мне кажется, нужно... Сначала соли. Соли сколько? Щепотку? Вот столько, чуть-чуть. Так, и я что еще? Мешаю чуть-чуть. Угу. И еще что? Сахар. Сахар тоже нужно? Да, чуть-чуть побольше. Это что, секрет твоего омлета вкусного? Да, вот столько. Побольше сахара. Побольше, сынок, сахара. Еще чуть-чуть. Угу. Еще чуть-чуть. Все? Чуть-чуть. Вот столько. Давай. Сахар, дедушка же тебя учил. Так. Размешиваем. Опять надо что, блендером размешать? Ну, давайте молоко сначала добавим. Это чтобы было быстрее. Сколько молока нужно на 5 яиц? 5. На 5 яиц ты добавляешь сколько молока? 2, 3, 7. Один стакан, да? Да. Полный стакан? Нет, да. Угу. Так, что дальше нужно сделать? Надо размешать. Размешать, только потихоньку, посмотри, потому что полная. Потихонечку, да. Вот такой пышный омлетик у нас будет вкусный, да? А мама? Так, дальше что нужно делать? Перемешать. Так мы же уже перемешали. А надо вилкой. А, еще вилкой надо? Это тоже твой секрет? Да, это не будет так варить. Угу. Именно вилкой нужно перемешать, да? Да. Думаю, что надо все время вилкой. Всегда он так делает. Все. Берем сковородку.
Мама, нальешь? Подожди, стой, а на сковородку надо что-то добавить или нет? Масло, наверное. Масло берем хлеба. А, вот масло. Сливочное масло. Здесь. Чтобы Ну, весь вот этот кусочек положи. На два кусочка, чтобы не было много. Так. Один. Ой, три как. Как замерз. Два. Так. Смотри, как он уже скользил. Растворяется, да? Да. О, смотри, какой сейчас растворился. А скажи, нужно ждать, пока сковородочка нагреется? Конечно. Да? Да. Давайте добавим масло еще вон туда, чтобы было вкуснее. Дедуля так добавляет. Да? Да. Но это уже мы добавляем, когда выливаем, или туда прям? Прям туда. Да? Да. Хорошо, давай. Ты повар. Мы полностью доверяем тебе. Сейчас размешаем. Так. Брендовым давайте. А то я чуть-чуть повалил здесь. Но это не беда. Вот сюда надо нажимать, да? Угу. Здесь тихонько сквозь. Все. Достаточно? Угу. Замечательно. Все. Так, что у нас там с маслом? Масло, еще один кусочек остался. Смотри, как уже много снега. Можно вот так немножечко помочь. Смотри, сколько много снега. Так, ну и выливаем, да? Сколько много снега! Берем. Аккуратненько. И выливаем. Круто! Так, дальше что нужно? Размешать. Нет, газ, наверное, чуть-чуть прибавить, чтобы он закипел. Да. Вот это, конфоркой. И потом крышкой надо накрывать? Конечно. Когда закипит, да? Да. Ну, мне такой полок. Можно мне купить полоскую шапку, да? Омлет готовится быстро. Сколько? 3 секунды. Или сколько побольше. Или 4. Минут 5, да? Минут 5, наверное. Или 10. Самое главное, чтобы он не подгорел. Да. Слушай, ну уже пора накрывать на стол, давай, друг. Ты же кормить нас будешь? Да. Скатывать надо. Нести. Опыте вы готовите омлет. Помогайте своим родителям. Если вам будет сложно, я вам помогу. Моя лучшая пища омлет. Я сейчас помою посуду, которой. Самое главное мыть ложки. А тут там останутся микробы. А что там? Вилку теперь моем. Он почти готовится уже, мам? Да, омлет почти готов. Сейчас мы его под крышечкой еще попарим. Все, сам уже делает. Мой помощник. Помогаю, да мне теперь дома-то и делать нечего будет. Берем вот эту и смываем. А ты уже помылась давно? Даже не помыла, уже помылась. Блестит посуда. Посуда блестит, значит, ты хорошо ее помыл, да? Да. Угу. Тарелка какая красивая, в форме новогоднего шара, да? Угу. Смешная, да? Ну, не смешная. Она красивая, но смешная. Такого у нас омлет получился свежий, вкусный. Что, будем пробовать? Да. Приглашаю всех к столу. Приглашаю всех к столу. Приятного аппетита. Всем пока. Подписывайтесь.
подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь на красивыми. Кушайте морковку. Пык-пык. Ням-ням. Переходя по другим ссылкам, вы найдете для себя еще очень много интересных видео. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал и поделись видео со своими друзьями в соцсетях. Пока-пока!